Девчонки, всем привет! Девчонки и мальчишки. Смотрите, какая у меня красота. Вот такой амариллиус в парафиновой основе. Цветет вообще. Очень долго, красиво. Не поливать, ничего не надо заморачиваться. Вот такая вот красота у меня сегодня в кадре. Сегодня, знаете, видео коснется темы фейс-фитнеса, фейс-йоги. Ну, просто возникла вот такая тенденция, скажем, нужно немного об этом поделиться, да, так как вы знаете, я уже полтора года делала такие видео и на YouTube, но больше на Instagram я это все показывала, рассказывала, да, что я там занялась, вот эти упражнения для лица, массаж для лица, и какие там у меня результаты, какие там женщины сами увидели результаты и стали там писать, а что ты делаешь, и да, там мы видим изменения, что-то произошло, но не можем понять, что именно случилось с твоим лицом, что ты делаешь, да. И на протяжении вот этих полутора лет я как бы постоянно делилась этим. Я даже начала снимать видео, но так и не смогла доснимать, потому что это очень кропотливый и долгий процесс. Видео снимать на тему фейс-фитнеса, да, и как бы пока оставила эту затею, там у меня висит 4 видео. Кстати, сейчас мое видео про нос набирает такие обороты, там уже больше 20 тысяч. Зайдите, посмотрите, я ссылку в комментариях оставлю на это видео, там такие комментарии прикольные, все в форме. Это, ну, с юмором такие. Это то, что касается там, как уменьшить свой нос, да? Что происходит? Что реально произойдет с лицом, с вашим носом, если вы займетесь этим фейс-фитнесом? Ну, вот такая вот тема. И с чем я столкнулась вот последнее время, да? Как бы я перестала уже об этом много делать видео, на Инстаграм тоже перестала, эфиры, все как-то, ну, с одной стороны, я просто устала, наверное, от этого, и я поняла, что не стоит никому ничего доказывать, да, и тут пошли разные комментарии, что, опа, ветер подул, упал мой цветочек, так, чтобы ты держался, вот так камушек подставлю. Смотрите, у нас весна, вон черешня у нас цветет. Вообще сегодня так тепло, я в футболочке, классно. И это, ну, значит, что происходит последние, вот, наверное, несколько месяцев, да. Так как я всегда говорила, что заходите на Инстаграм, и я вам скажу, у кого я занимаюсь. Наверное, это, ну, с одной стороны, я очень рада, что там многие узнали об этом, многие получили координаты этого тренера, да, о ком я говорила. И это как бы с моей стороны такая реклама. Эта женщина вообще не знает, что я о ней рассказываю, да, что столько людей, столько подписчиц от меня к ней пришло. Никто вот не написал, девчонки, ну как-то приходишь, да, вот я всегда к кому-то прихожу, если заниматься, я говорю, я там пишу, мне там посоветовала вас там та-та-та. Тот или тот человек, да, там я узнала от того. Ну, как бы про меня вообще, как бы, да, все, так скажем, никто не пишет, от кого он узнал эту информацию. И, значит, что стало происходить, когда я давала, и потом женщины, которые купили эти курсы, стали заниматься, и они стали мне писать, что там что-то у них не получается, вот это вот не работает, и вот это не работает, а что ты делала, может быть, она там что-то не договаривает, может быть, ты что-то не договариваешь, да, там вот, почему у меня не получается. И, конечно, получая вот такие вот ответы, скажем, не ответы, а как это, написание в личку, да, Инстаграма, меня это немножко стало напрягать и раздражать. Потому что, во-первых, я никому ничем не обязана. Я сделала такой жест, да, так как я вот блогер, снимала об этом, я вам дала эту информацию. И, в принципе, вы сами должны с этим разбираться, как заниматься, верить в это, не верить. Также пошли комментарии, да, что у этого тренера у нее там и нити стоят, и губы у нее накачанные, и она там всю себя переделала, и теперь вот сидит, вещает. Но вопрос, что вы узнали этого тренера до
до того, вернее, до нее вы узнали меня. Вы не знали того тренера. Вы видели результаты моего труда, да, как у меня визуально там. Ну, это, знаете, это очень просто, это анатомия. Ушел отек, лицо становится меньше, и благодаря упражнениям ты просто начинаешь подтягивать свои мышцы. Там более такими четкими становятся черты лица, овал лица, контур четкий становится, губы уплотняются, становятся чуть пухлее, глаза раскрываются, брови поднимаются, да, и вот, ну, вот такие вот, знаете, происходят изменения на вашем лице. Вы же узнали и увидели на мне, а потом, да, вы уже пришли к тому тренеру, но через время, там, через несколько месяцев вы вот решили, что она вот так вот делает, и стали как бы мне писать и как бы, знаете, предъявляя мне какие-то обвинения. Мне она за это ничего не платит. Я опять-таки говорю, никто не сказал, что вы купили там ее курсы через меня, да, у нас с ней не было никакой договоренности, она вообще меня не знает. Что я там, да, вот так вот сделала, еще и понаправляла к ней столько, так скажем, клиентов. И поэтому я просто решила, что больше я не буду рассказывать на эти темы, я не буду говорить, у кого я занимаюсь. Это все легко и просто. Заходите на Инстаграм, находите тренеров фейс-фитнеса, фейс-билдинга, смотрите их, и вы сами просто интуитивно почувствуете, да, что вот этому человеку вы верите, и вы можете уже там покупать у нее курс или в бесплатных уроках заниматься, а этому вы не верите. Я точно так же. Я это все сама изучала, сама нашла этого одного тренера, второго нашла, да, и как бы я сама это все. Поэтому вы точно так же это можете сделать, поэтому там не обижайтесь, если кому я не ответила, там тоже в последнее время несколько сообщений пришло. Я больше как бы, ну, не хочу быть крайней и отвечать еще за какие-то там, знаете, за этого тренера, как она выглядит. Я, да, я не в курсе, что она там делала, что она не делала, но проходя весь этот путь, я понимаю, что это все реально, тут ничего нет, девчонки, нету никакого волшебства, ничего такого, не нужно не вставлять никакие нити, ни подтяжки, чтобы вот получить вот такой вот, как у меня, да, овал лица без второго подбородка, реально заниматься, и все, и ваши мышцы подтянутся. Но нужно правильно, нужно по схеме заниматься, нужно покупать курсы бесплатно. Кто бы что ни говорил, ни одна женщина, которая занималась бесплатно, она не достигла результатов. Поэтому это все ерунда, нужен конкретный курс, конкретно все пошагово все это делать. И просто даже можете время на это не терять. Не, вы можете, конечно, бесплатно пробовать, да, чтобы вы увидели, что что-то есть, что-то работает, бесплатные упражнения, да. Но полностью как бы вы, как бы, ну, не будет, да, у вас такого эффекта, может быть, какой у вас возможен будет. Так что вот насчет фейс-фитнеса, фейс-билдинга, вот хотела вот такой информацией поделиться. Там насчет морщин тоже пишут. Морщины у меня тоже, вы знаете, мне 44 года, конечно, мои морщины никуда не делись. Они остались, они и будут прибавляться. Но вы поймите одно, что за счет тренировки мышц, мышцы, они как бы натягиваются. Это вот как тело, да, телом вы занимаетесь, качаете в зале. И есть же разница, если 44-летняя женщина, которая качается в зале, которая не качается. Вот мы поставим двух, и вы сразу увидите разницу, которая ходит в спортзал, да, у которой тело такое, там мышцы, ручки, ножки. И та, которая не занимается, ну, это вот такое вот обычное тело. То же самое с лицом. Просто за счет тренировки мышцы, они как бы становятся такими упругими, да, на лице укрепляются. И за счет этого визуально морщинки, они как бы сглаживаются, они полностью не исчезнут. Мы стареем. Мы, может быть, в 30 лет они исчезнут, но в 44 года они уже не исчезнут. Но, по крайней мере, они не будут вот такими, вот, знаете, такими прям глубокими-глубокими. Там, которые портят все наше лицо, вот такие вот межбровки, там опущенные вот глаза. Видите, за счет тренировки мышц все это поднимается,
укрепляется, и как бы вы будете выглядеть, и еще, знаете, тоже многие пишут, что думают, что они прямо омолодятся, там она в 40 лет на 20 лет будет выглядеть. Конечно, нет. Ваше лицо в 40 будет выглядеть на 40, как оно и должно быть, но оно будет подтянутым и аккуратным, с открытым взглядом, да, и насколько это возможно. Все зависит от тренировок, от, короче, от вашего... от вашего, как от упорства, так скажем. Ну и, не знаю, конечно, зависит, какое лицо, в каком состоянии, какая масса тела у вас. Если вы худенькая, вы намного быстрее там подтянете лицо. Если вы полненькая, соответственно, с лицом нужно поработать, да, чтобы убрать там второй подбородок, отек вот этот, отеки на глазах, они везде будут, эти отеки, там, шею, чтобы выпрямить. Там же идет, понимаете, комплекс, не только вот что-то вы с лицом, тут все работает, работает и затылок, и вот этот апоневроз, и мы работаем и с грудным отделом, мы с шеей работаем, очень много там упражнений на шею, поэтому и шейка вот вытягивается, удлиняется, и вот этот горбик уходит. Тут очень много всего вот так взаимосвязано, и будут по-любому будут результаты. Главное, вот занимайтесь и все. А кто там, знаете, как выглядит, я ничего не собираюсь никому доказывать. И как бы у меня тоже лицо не идеальное, мне бы тоже хотелось много, знаете, чего хотелось. Ну, по крайней мере, что получилось, то получилось, мне уже это нравится. Так что, девчонки, работаем, работаем. Все, всем пока, высказалась. Все, всем пока.